Труднодоступность населенных пунктов, отсутствие регулярного транспортного сообщения, а также сезонные факторы приводят к дополнительным расходам при перевозке почты внутри арктических районов Якутии. И из-за этого отделения почтовой связи часто теряют своих подписчиков. О проблемах почтового сообщения в Арктике расскажут наши корреспонденты. В Алайховском улусе работает 4 отделения почтовой связи, где предоставляются все виды почтовых услуг. В улус почта доставляется воздушным путем 2-3 раза в неделю. Но самой немаловажной проблемой является доставка почты в отделенные населенные пункты улуса. В зимний период почта доставляется зимником. Но в связи с погодными условиями зачастую почта не доходит вовремя, а с открытием навигации попутным транспортом, обычно моторной лодкой. Труднодоступный очень у нас на челах. Потому что моторная лодка доставляется, сначала на моторной лодке доставляется, потом еще наземным путем на тракторе до отделения связи. Вот это летний период. Вот. Конечно, большое спасибо администрации сельских поселений. Они всегда нам помогают по доставке. Самым труднодоступными селами являются Нычалах и Чкалово. Ведь из села бывает почта доставляется раз в месяц. Если мы везем почту отсюда, да, мы со сроками опаздываем. Потому что у нас одна машина в администрации, да, это Бронта на базе Нивы с низким давлением колес. Да. И в настоящее время у нас он вышел из строя, и сейчас мы не можем пока почту возить, ну, временами возим на снегоходах. Несмотря на невзгоды, есть и хорошие новости. В этом году в улусное отделение связи выделили автотранспорт УАЗ. Надеемся, что и другие проблемы будут решаться в недалеком будущем. Саргалана Амонова, Владимир Копырин, НВК Саха, Алайховский улус.